сегодня мы решили сходить с мамой в Мебельвуд, так как мебельные магазины открыли на этой неделе, а мы уже давно собирались купить себе какие-то комодики в коридор. Написано: вход в мебельный центр только при наличии маски. Диванчики всякие. Мама идет. Вот тебе кровать. Розовый диванчик. Ничего нет, ничего, что нам надо. Тебе такая нужна? Все будет. Она все будет. Белоснежный такой диванчик. Хорошо бы. Какой? Какой белоснежный. Ну какие? Груши. Камины. Может, еще один камин? Вот что-то типа такого нам надо в коридор, только узкий, это 40 сантиметров ширина, нам надо вот до сюда как бы. Может, можно на заказ сделать, интересно. Кровати мама решила купить себе одну, но ей нужно со спинкой задней у ног. Вот ходим, смотрим. Что, почти как Икея. Почти как Икея. Соблюдай дистанцию, маска. Какой? Рококости, наверное. Джоконда, ну все понятно. Вот такие еще есть. Такие прямо отельного типа кроватки. Вот еще в морском стиле такой интересный. Это детский получается уголок. Мне нравится, очень красиво. Сейчас купим еще пару кресел или столик, да? И мама останется довольна.
диванчик с Парижем. А с Лондоном? А вон там с Лондоном есть. Есть такие летние кухонные гарнитурчики. Не знаю, прямо теряюсь. Ну, ты меня уговорила на 5. Это все, что я готова была. Ну вот, купили мы пару стульчиков мне домой. У мамы были точно такие же куплены в октябре прошлого года. И стоили они тогда 2500, точнее 2700 стоили, и нам скинули. По 2500 мы взяли 2 стула, то есть в этот раз я тоже говорю, давай за 5000, не больше. Но стоили они уже после пандемии 2800, и нам скинули. По 2600 мы взяли 2 стула, и в принципе они очень хорошо подошли к моему икеевскому столу. Ну вот так вот мы постепенно наряжаем мой дом. Коврик из Леруа. Цветочки я покупала еще в Лондоне. Ну, в общем, так и живем.